Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi A6. Итак, хозяин снял битые элементы, установил БУ но целое и привез ее на ремонт. Сейчас я ее разберу, и тогда лучше увидим и разберемся, что мы будем с ней делать. После разборки видно, что основная работа — это вытяжка лонжеронов. Они согнуты вправо. Ремонт начну с левого лонжерона. Сначала вытягиваем. Для облегчения ремонта внутренних повреждений лонжерона мне придется кусок внешнего металла вырезать. Вот теперь можно натянуть и доровнять лонжерон. Во время ремонта металл лонжерона лопнул, завариваю изнутри. Левый лонжерон вытянут. Подрамник прикручен, удаленный металл приварю позже, после ремонта правого лонжерона. Приступаю к ремонту правого лонжерона. Ремонт такой же, как и ремонт левого. Лонжероны я вытянул, теперь проверяю все размеры и расстояния.
немного корректирую и привариваю удаленные куски. Лонжеронами я закончил, теперь их крашу и затем буду все собирать. Итак, лонжероны покрашены, обработаны микромовилью. Начинаю сборку переда. Устанавливаю телевизор, затем капот, крылья, бампер, фары. Итак, все детали установлены, зазоры в порядке, и на этом работа с металлом закончена. Отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Осталось ее только собрать. Ремонт этой Audi закончен. Этот ремонт занял 10 дней. 5 дней работа с металлом и 5 дней покраска. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!